Итак, всем привет, с вами Доб Гай, мы начинаем играть за Абэму в Кайзер Редакс, в простонародье в Кайзер Шизу. И да, ребята, у нас прекрасный будет правитель, прекрасная страна, в общем, все прекрасно, как обычно. А если вы тут вдруг впервые и еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие и менее нормальные прохождения. Поехали. И страна у нас стартует немножко грустной, но, конечно же, Абэма это исправит. У нас тут есть принятие тотализма, минус принятие синдикализма и рад социализма, то есть мы только одну идеологию считаем верной. В левых идеологиях наша гора, у нас тут 11 лет, мы на горе держимся, и мы окружены, наша ситуация шаткая. Ведется у нас война Мау-Мау с Найроби и с Кампалой, короче говоря, племена какие-то соседние с нами воюют, получаем мы очень жесткий дебаф по стабильности и по людям. У нас литерали все под ружье стоят. В общем, грустновато, грустновато, но Обема справится. Итак, смешанные джунгли, вот в Красную Кению. И есть маяк свободы. Да, мы маяк свободы, партизанские отряды из фермеров и бедноты. В общем, какова жизнь в Обамовской Кении? И тут очень жесткий у нас путь, невероятный путь операции против... В общем, мы прекрасно знаем местную территорию, ведем жесткую партизанскую войну. Почти божественное лидерство вдохновило поклониться этому мессии, кенийскому рабочему спасителю для людей Африки в целом. Но очевидно, да, Обама — это наш храбрый лидер. Самые фанатичные реальные братья по оружию воздвигают статую в его образе, ставят песни, гимны о его победах и деяниях. Только Обама может продолжить путь. Поехали. Так, тут нам еще спрашивают судьбу Метель Африки. Мы хотели бы, чтобы Метель Африка погибла 100%, чтобы контент в Африке нам навезли. Итак, война продолжается, а тут сразу что мы можем пойти? Расширенный призыв перейти с нашего того, вот всех под ружье. Наверное, я сюда бы и пошел. Давайте начнем с винтовок. А призыв я бы снизил вот так. Теперь сделал этот фокус, ничего. В общем-то, но мы получили 150 политки. Так, война продолжается 11 долгих лет. Сражаемся с белым человеком. Да здравствует Обама, да здравствует тотализм. Мы не перестанем сопротивляться белому человеку. А вот и крах берлинской фондовой биржи. Ну, очевидно, что Германии хватает управленческого навыка Обамы. Иначе бы, конечно же, такой проблемы в Германии бы не было. Давайте-ка сопротивлению конец, поехали. Пуля во имя крови и кровь во славу пуль. Начальник, в общем-то, прекрасный лорн и винтик. Пуля за любую цену. Сопротивление до самого конца, плюс поддержка войны и новое событие, винтик. Давайте-ка сделаем уже вот это, потому что нам все равно все нужно. Давайте будем идти как бы по порядку. Вот на сопротивлению конец. Продолжаем сражаться. Нас хватит духу сражаться с врагами до последней капли крови. Обема — это наше спасение, очевидно говоря. Опять-таки, да здравствует Обема. Вот он, зов повстанцев. Время пробуждения Африки приближается, вместе с ним хунта партизанских сил Обамы призывает детей это выставить против германского угнетателя. Да, стань храбрый кенийец, стань разить за Обаму и тотализм. Последнее испытание для нашей горы, поехали. Как Обама говорит, есть множество богатых, успешных кенийцев, не знаю, кто здесь может быть богатым, но допустим. Они знают, что они сделали это. Послушайте, если вы добились успеха, вы не добились этого самостоятельно. Все, конечно, благодаря Обэме, верно? Только Обэма может привести Кению к свободе. Конечно же. Конечно же, давайте освободим Кению. Итак, последнее испытание, поехали. Только Обэма, поехали. Так, последнее испытание игры. Мау-Мау под руководством Обэма никогда не пойдет. Все верно. Все верно. Он готовится к приближающемуся шторму. Да, он поднялся на вершину горы. Созерцает бескрайние просторы земли вокруг. Белый человек унижает нас, но Обэма становит справедливость. А еще нам придется восстановить частичную мобилизацию, потому что, ну, мы не можем обкиды такие постоянно получать. Потом вернем, как будет момент. Ну, кстати говоря, Корнилов штурмует Москву, но у нас другие новости, у нас только Обама. Это прекрасная новость. Да здравствует Обама. Ну, смотрите-ка, только Обама, только тотализм и только тоталитаризм. Как третий интернационал... Не, ну сходим, давайте сходим. Только мы можем быть спасением Кении. Как мы? Обэма, только Обэма может быть спасением Кении. Ошибка в описании ивента, я считаю. Фокуса, точнее. Итак, по классике роль женщин давать нам стабильность.
И великая речь нашего Обамы об экономическом крахе в Черный понедельник. Обязательно надо вам ее всю прочитать. Я уже прочитал несколько раз, чтобы каждое слово Обамы, так сказать, учесть, понять, и чтобы оно каждое слово до вас дошло. И только Обама может спасти экономику Кении. Обама разговаривает с Мау-Мау, со всей страной. Ну, конечно, он может, очевидно. Боремся за то, чтобы покончить с гуннами, мы это сделаем. Мы оставим кенийскому народу с трудом заработать возможность жить лучшей жизнью. Наше достижение, перспектива, которую мы сделали возможной. Отлично, отлично. А только Обама может принести мир Кению. Обама может все, и только он. Обама наш судья. Народная война до тотализма. Государство Кения Уганда, я так понимаю, вот это да. Произойдет кенийская оборона. У нас произойдет великое сражение. Обама знал, что не может победить, но знал, что он должен бороться за Африку. Да, достаточно. Достаточно планирования, товарищ. Товарищ, кажется, это наши последние дни. Мау-Маус никогда не закончится. Народная война до тотализма. И вот оно, великое сражение. Обама мчался вперед на лошадях. Его люди сражались на полях, домах и на улицах. Алжир превратился в адский котел с кипящим маслом. Обама был тяжело ранен в результате нападения. Он очутился на ранчо, где готовилась атака. Он спрятался и затаился, пока не сможет вернуться. Он знал, что должно произойти. Полностью решимости. Он был полон решимости сбить столько, сколько смог, вытащил свой С-96. В общем-то, Обама геройски сражается и побеждает. И вот оно, конец войны. На день для Мау-Мау мы понесли огромную трату. Наш лидер Обама пропал без вести, считается мертвым. Нет. Титан Кимати возглавил наше движение в самый мрачный час. Он будет выполнять волю Обамы. Нет, это только начало. И что же мы видим? Кажется, что Обама пропал. Мы находимся на Кенни-Уганде. Так ли это? Я бы не был столь уверен. Я бы не был столь уверен. Я, честно говоря, не очень уверен до конца, что нам нужно делать, поэтому просто пойду по фокусам вниз, по которому нам, которые у нас доступны, в принципе. И ситуация такая, что я уже доиграл до 40-го года, там ничего не происходит в буквальном смысле, несмотря на то, что мы нажали на распад Мидл Африки, поэтому Абэме придется использовать свои суперспособности. А именно, нажать вот эту кнопку. Конечно же, очевидно, что это способности Абэмы. Ведь без Абэмы, без распада Мидл Африки, Мау-Мау не восстают. А распада нету по какой-то причине. Так, у нас тут восстание Мау-Мау. И также благодаря божественной силе Абэмы, Ричард подумал, что было бы хорошей идеей перед восстанием распустить всю свою армию, чтобы показать, что они не хотят давить на повстанцев и попробовать решить все мирным путем. И по ощущению, фокусы у меня не поменялись, но при этом бот уже взял фокусы из нового древа фокусов, которых здесь нету. Невероятно. Игра немножко чувствуется сломанной. И надеюсь, это не вылет. Это не вылет, слава богу. Ну, конечно, мы побеждаем свободное государство это. Оно не было свободным. Вот теперь оно полностью свободно от белого человека. А Бема смог освободить кенийцев. Еще бы фокусы наши освободились. Крайне Белого Нагорья. Плюс ячейки. Вернем Эдем в наш край. Отлично. Не единое и неделимое. Харамбы, харамбы, харамбы. Фокусов все еще нету. Вопрос, так сказать, загадка же фреска. Как бот взял фокус? Ответа не будет. Фокусы как будто реально есть, потому что национальный фокус не выбран, но их нету. Но Абема не сдается. Он продолжает использовать свои космические способности и успешно. Вроде как, ну-ка, да. У него получается. Осталось вернуться в свое тело. И вот мы на месте, обратно в теле Абэмы, нормальными фокусами, с вроде как не совсем сломанной Африкой. Поехали. Девизии здесь, кстати говоря, не удалены, но я подозреваю, что мы все равно сможем победить. Нам бы только аккуратно войсками, кстати, управлять. Поставим по классике вот сюда этот гарнизон. И готовимся к тотальной войне. И что я вам могу сказать? Так, Метель Африка, я рискну сы, ничего не будем менять. Занимаем кое-какие позиции, будем готовиться к войне, хотя я думаю, да, мы вроде как без особых проблем должны побеждать в этой войне. И как без особых проблем? Вообще, ну, такое себе у нас состояние всего. Но мы
Справимся, я верю в Абэму. Сила Абэма, я думаю, поможет нам справиться с любыми проблемами. А, есть все время нюанс, у нас нету винтовок, изученных в принципе. И в чем, собственно говоря, проблема? Проблема не в том, что мы их не можем производить, ладно. Проблема в том, что мы не можем сделать каски. То есть, теории можно только кавалерию сделать. У нас есть шаблон пехоты, но он вот такой. В целом, это все еще, по моим ощущениям, лучше, чем ополчение. Потому что ополчение статы хуже. Хотя есть как бы шаблончик побольше. Ну, хз. В общем, надо тренировать побольше, наверное, пехотки. Ну и вот ситуация как бы становится получше. Лучше есть зелененькие колбочки. Нас, в принципе, не пробивают. Сейчас мы еще тут разных бафов из воздуха наберем. И нормально себя будем чувствовать. А вот уже я и возвращаю себе провинцию. Единственное, к сожалению, есть проблемы с пополнениями, но в целом пойдет. Сейчас мы, да, вернули провинцию, отлично, можем немножко здесь укрепиться. И нам реально нужны новые дивизии. Очередные успехи также были и поражения, но никакие успехи не достигаются сначала, не потерпев поражения. Ну, почти. Зато сейчас мы сможем, наверное, я надеюсь, контратаковать вот здесь и окружить, возможно, одну дивизию. По крайней мере, очень я этого хочу. Просто надо понимать нюанс. У них ноль, как бы, военных заводов. У нас ноль военных заводов. У нас есть только люди, но на этом как бы все. Так что тут реально вопрос, у кого кончатся винтовки, и у нас их побольше. Надо к ним относиться, так сказать, бережно. Ну, а вот у них одна дивизия сейчас будет окружена. И у нас здесь... А, это отступило вот отсюда, окей. Надо укреплять все-таки, от защиты намного выгоднее воевать. Ну, конечно, если мы быстрее добьем эту дивизию, то станет проще нам жить. А еще плюс одна дивизия пехоты, отлично. Эту я, наверное, проспущу, ну, не буду, да, обучать, чтобы у нас винтовки пошли в подкрепление. И фронт стабилизировался, и правду. Давайте это еще вот так сделаем, наверное, но в целом... Да, мы сейчас будем готовить уже наступление сами. Еще и доктринки можем взять. Супер, с доктринками, с бафами вот отсюда. Можно что-нибудь было бы взять, но с артиллерии нет, так что, наверное, смысла в этом мало. Все еще на самом деле вот это можно взять. И поехали. Выбиваем первую провинцию. Потом сможем зайти вот сюда и окружить вот эту дивизию. В принципе, сделать чуть-чуть более удобный фронт. Выбиваем достаточно успешно. Британия, кстати говоря, катастрофа. А Америка при этом же смогла пережить... Гражданскую войну, гражданской войны не случилось. И вот мы смогли кое-как пробиться сквозь эту дивизию ополчения. Эти дивизии становятся сюда. Сюда мы отправляем одну дивизию. Как-то вот так, наверное, нам бы занять территорию, чтобы в идеале вообще окружить все три дивизии. Но это не так сильно вероятно, но возможно. И эта дивизия отступила вот сюда, что совсем не идеально. Да, придется немножко передумать... Тем, как мы что будем тут делать. Ну ладно, они не стесняются нас периодически атаковать, значит, они теряют, да, просто безумное количество винтовок. А мы можем нанести вот такой вот очень точный удар всеми нашими силами против одной дивизии. Тут же концентрированно удары не наносит. И вот мы заняли Ваджир, надо сразу не тормозить, а спешить проходить дальше. И в принципе, как будто наш свой маневр сейчас удастся. Вот мы уже вот здесь. Давайте-ка... А, так, а тогда вот так просто постоим. В принципе, как будто нас все устроит. Можем, в принципе, даже не добивать от этих ребят, а чисто, господи, вот сюда пойти. Есть нюанс. Но нюанс казуальный абсолютно. Я бы сказал, так и было задумано. Наш великий лидер Абэма продумал данную ситуацию и идеально заманил врагов в свой туз. Произошло, так сказать, ловушка туза. И в итоге мы занимаем столицу противника без каких-либо проблем. И окружаем дополнительные дивизии. Наносим еще один удар тузовой. Все по школе, так сказать, войны нашего Абэмы. Вот вражеские войска пополам разрезаны. Теперь остается лишь решить, что мы считаем тузом и куда мы атакуем. Но я думаю, вот сюда мы должны атаковать. В принципе, да. И вот они поняли, что их туза под атакой, но уже поздно, уже поздно. И вот мы зажимаем их в Рифтвалле. И одновременно оба котла зажимаем, так сказать. Это последняя провинция. Подойдем все войска, наберем планирование побольше, чтобы получить поменьше потерь.
И добьем последнего вражеского коня. Со смертью этого коня Абема заканчивает войну. И Неуганда теперь свободна. А у нас теперь есть новые фокусы. Прикончите колониалистов. Отлично. Получаем идею колониальной армии, но это временно. А эта армия неплохо себя показала. И я не уверен, против кого мы будем воевать дальше. Возможно, вот сюда. Возможно, нет. Хотя, наверное, вот сюда. Так что готовим сразу фронт сюда. На линии Белого Нагорья, Эдем, про который мы уже видели. И мы теперь называемся народным государством Кении и отдаем территории Сомали. Это какая-то подстава. Они забрали наш туз, так нельзя. Кстати говоря, все еще нюанс того, что у нас не производятся винтовки, существует. У нас все еще 0 военных заводов. И пока что их и нет. В России там социалисты возвращаются, окей. А здесь они есть? Здесь они есть. И у Гюринга они есть. У нас только нету. Но ничего. Мы справимся с этим, мы справимся. Давайте разберемся с колониальной армией сначала. Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим первую серию нашего прекрасного Абэмы. Мы смогли получить независимость для прекрасного нашего народа Кении. И в будущем, конечно же, у Абэмы есть цель – это вся Африка. И мы обязательно ее достигнем. Но вы достигнете лайка и комментария под это видео. Также обязательно подпишитесь, если вы еще вдруг не подписаны. И до скорой встречи, ребят. Всем пока.